4 месяца как Глеб Панфилов потерял женщину, которую любил всю жизнь, Инну Чурикову. На этом фоне здоровье 88-летнего режиссера пошатнулось. На днях он попал в больницу. Врачи ставят один за другим неутешительные диагнозы. Кинематографист находится в стабильно тяжелом состоянии. 11 мая его госпитализировали с геморрагическим инсультом, вскоре поместили в реанимацию. Сообщается, что вдовец находится в одной из московских клиник. Панфилову стало хуже. Автор фильма, Иван Денисович, подхватил пневмонию, его подключили к аппарату ИВЛ, а значит, сам дышать он не может. Положение усложняется и тромбоцитозом.